Валерий Иванович, сложный, интересный матч. Пожалуйста, ваш комментарий. На мой взгляд, мы совершенно разные два тайма провели. Для меня, в принципе, понятно, почему это произошло. В первом тайме мы, в общем-то, очень хорошо начали. И первые 30 минут выглядели очень неплохо на фоне одного из лидеров команд, который ставит задачу. Имели достаточно моментов для того, чтобы забивать и не один мяч. Поэтому все-таки с такой командой там, да, надо свои моменты использовать по максимуму. Их много не бывает. И надо учитывать то, что Томск достаточно классным подбором футболистов обладает. Было ясно, что они в атаке все равно создадут нам проблемы, и все равно какие-то там моменты у них будут, и какие-то голы могут быть там, да, что, к сожалению, в большом и произошло. Много особо моментов не было, но они в втором тайме контролировали игру там, да, и забили там гол хороший второй там, да, но все равно мы могли этого избежать. К большому сожалению и к большому такому нашему разочарованию там не смогли мы заработать очки в сегодняшней игре. Вот. Но надо дальше работать и жизнь продолжать. Ничего не сделаешь. Никакого рецепта другого нет. Для того, чтобы здесь набирать очки, надо всем вместе работать и правильно и качественно это делать. И, вот, и каждую игру стараться сражаться за результат, что, в принципе, мы, в общем-то, и каждую игру это и делаем. Вот, единственное, там, да, где-то каких-то там нам реализации не хватает, к большому сожалению, там, да. Ну и надо сказать, что нам, конечно, сегодня сил не хватило немножко во втором тайме. Вот, поэтому и такой результат. Так что вот такой комментарий. Пожалуйста, вопросы. Валерий Иванович, во втором тайме именно сил не хватило или была ставка, хотели сыграть на контратаке? Да нет, с Томском нельзя так низко играть, там, да, это они нас заставили так играть. Вот, поэтому мы своими там некоторыми необоснованными потерями мяча там, да, недостаточно качественной игрой впереди, вот, нам не удалось отодвинуть игру от своих ворот, поэтому вот что надо было сделать. То есть, ну, с Томском нельзя садиться в свою штрафную ни в коем случае, там, да, и нельзя много так играть от обороны, надо несколько поактивнее играть. Вот. Но, к сожалению, нам во втором тайме это не удалось сделать. В первом мы справлялись, а во втором нет. Я связываю это там, да, и сил не хватило, и где-то таких качественных действий в центре поля и в атаке. Вот так. Еще там мы планировали несколько, конечно, другую расстановку там, да, но у нас, к сожалению, там Сирасхов травму получил там, да, поэтому вот, мы сегодня решили прям непосредственно перед игрой сыграть в три центральных защитника, поэтому нам в середине где-то, может быть, и не хватало одного опорного полузащитника. На мой взгляд, не хватило, поэтому, ну, так сложилось там, да. Посмотрим сейчас, как дальше мы будем выглядеть в этом плане и в каком составе выйдем в Оренбурге тоже против одного из лидеров. У Сирасхова серьезная травма? Да, он выбыл надолго, к сожалению, большом. Вот вчера на предигровой тренировке получил травму там. Вот. Я думаю, что недели на три его точно не будет. Спасибо. До свидания.